Мен инконлаб лайхасыга Telegram канал аркылуу көрүп келип калдым. У жерге мен регистрациядан өттүм. Кийин бирөөдөн кийин мага Ташкенттен коңгурак кылышты. Сиз өттүңүз ошол лайхадан деп. 10 күн болгон бизнес тренингде биз жүдө эле көп нерселерди өргөндүк. Менин проектим бул экосумкаларды иштеп чыгарыш. Келечекте бул экосумкаларды Кыргызстан Республикасында хам эмес, балки дүйнө мүхтясында хам өзүбүздүн Кыргызстан милий накышлары менен алардын дүйнө мүхтясына хам чыгарыш. Niyetim var. Bir gün yürüyen baytımda koy cününü koydum. Yıllarda ahlatta yatışını ve ana şu ahlatta yatırken ise nima üçün işlenme yaptı, nima üçün ekspert kılma yaptı. Ana şu savanı özümge birdim. Ben inkonlab layihasını korup kaldım ve bu layiha iştirak etişke özümde bir niyet kıldım. Bu layiha devamında treninglerden köpkine tecrübeler aldım, bilimler. Tanladım, katlaştığında maksat yaşlarını iş bilen temirler. Yani bir işlerini oylayıp tapış ve kesikle uygatış. Bizler ki bir ideye geldi. Nagranlar ara başlasına biriktirilmeyen elektrodigitil tirkeme istep çıkaruuda aldık. Bizler İmkonlab Karalpakstan dastöründe katnaşıp grant utup aluuga muyassar bolduk. Biz oylagan jokpuz bunday derejede prototip istep kiyine karay. Куанабыз биздер эгер оларды көчөдө велосипедде мотоцикл айдап жүргөндөй болсо биздер куанабыз. Мы подавали заявку в Инконлаб. Наш проект называется «Солнечные дети». Его суть заключается в помощь детям с особенными нуждами. Когда мы обратились к родителям детей с особенностями, когда мы рассказали о проекте, они очень обрадовались и дали согласие на занятия. Мы сами видели этих же детей. У них есть огромные потенциалы. И мы сами поверили в этих детей, и мы поверили в наш проект. Мы не главные, тут дети главные. Просто мы их часть для реализации этих детей. Инконлабтың өзінің үйреткен методлары арқалы неге деген сұрауларға жауап тауып, өзіміздің үстімізде көпке өсіліп, проектті біздер елде раваждандырдық. Как мы уже заявили, это будет мобильное приложение, где все могут встать в электронную очередь. Во время Инконлаба мы определили нашу роль каждого человека, то есть каждый уже сам понял, для чего он здесь, в нашей команде, и что он может нести. Полностью наша конечная цель – это решить проблему с очередями и просто облегчить жизнь людям. Жақсырақ қылуды қалаймыз. Мы хотим сделать этот мир лучше. Біз бұл дүниені жақсырақ жайландырмақшымыз.